И все внимание на старт. Приз памяти первоцелинника Григория Владимировича Кайшева. Приз Кубок чемпионов. Участники скачки в боксах и готовы к старту. И поехали! Дан старт скачки. Пион выигрывает первый номер Индиго Чайлд. Индиго Чайлд повел. Тут же Хаббл. Тут же Марух. Скачку ведет Индиго Чайлд. Хаббл вторым, Марух третьим. На четвертом месте Беркут. Лошади первый раз проходят финишную черту. Хаббл впереди. Вторым Марух, Беркут, Индиго Чайлд, Эрми Гудин, Коко Шанель. Далее Виктон Пикчер. Замыкает скачку Степ Хок. Лошади входят в правый поворот. Хаббл впереди. Марух вторым. 400 метров подъем за 26,8 секунды. Беркут на третьем месте. Индиго Чайлд четвертым. Эрми Гудин далее пятым. На шестом месте Виктори Пикчер. Седьмой Коко Шанель. Далее с небольшим просветом Бельграно. За ним яркий Пегас и замыкает скачку Степ Хок. По противоположной прямой. Скачку ведет Хаббл. Марух вторым. Тут же на третьем месте держится Беркут. Эрми Гудин четвертым. Эрми Гудин полевой стороной выходит на второе место. 500 метров пройдет за 31,3 секунды. На пятом месте держится Индиго Чайлд. Шестым тут же Виктори Пикчер. И Коко Шанель седьмой. При входе в левый поворот Хаббл впереди, но его преимущество начинает таять. Хаббл впереди, Эрми Гудин вторым. Индиго Чайлд третьим. На четвертое место выходит Виктори Пикчер. Пятый тут же Коко Шанель. И бросок также делает Беркут. Марух начинает отпадать. Эрми Гудин выходит вперед. Хаббл держится пока еще вторым. Коко Шанель выходит на третье место. Индиго Чайлд четвертым. На пятом месте Виктори Пикчер. Беркут шестым. Лошади приближаются к отметке 500 метров и выходят на финишную прямую. Компанию на финишную прямую выводит Эрми Гудин. Эрми Гудин впереди. Коко Шанель на втором месте. На третьем месте Индиго Чайлд. Коко Шанель выходит вперед. Коко Шанель впереди. На втором месте Эрми Гудин. Индиго Чайлд тут же третьим. Индиго Чайлд выходит на второе место. Тем временем Коко Шанель отрывается от преследователей. Коко Шанель вторым, Индиго Чайлд третьим, Эрми Гудин. Приз в памяти первоцелинника Григория Владимировича Кайшева выигрывает Коко Шанель. Индиго Чайлд финиширует вторым, на третьем месте Эрми Гудин, четвертым Степ Хок. Далее на пятом месте финиширует Хаббл.